Центр продюсирования «Медиаэффект» завершил курс «Путеводитель в медиаиндустрии». О том, как, сколько времени, а главное, с какой целью приходят школьники в этот центр, расскажем в нашем следующем сюжете. Горящие глаза и неподдельный интерес у всех, кто решил записаться на курс «Путеводитель по медиаиндустрии». И это был действительно путеводитель, потому что разобраться в многообразии профессий медиасферы самостоятельно очень сложно. Эти курсы очень помогают на самом деле, потому что есть такая информация, которую мы не можем найти в интернете, а которая разрабатывается или уже только на практике. На курсах я узнал вообще очень много нового. Узнал, как все создание проекта какого-то либо творческого, либо интервью, будь то это. Также познакомился с местами съемок. Очень многое. Каждое занятие – изучение отдельной профессии. Вчера ты блогер и ведущий, сегодня корреспондент и оператор, завтра программный директор и маркетолог. И это не просто теория. Основной упор на практические занятия. Да и в творческом подходе нет ограничений. Зато профессиональный совет и помощь всегда рядом. То, что отличает каждую программу, это как раз сами продукты, которые делают дети, то есть выпускные их работы. Им дается полное право выбирать то, что они хотят снимать, как хотят снимать, в каком формате. Получается такой вот результат, они что-то корректируют, переделывают, но в итоге все равно эту работу делают, и она индивидуальная, и они всегда, эти работы, разные. Вроде бы занятие, но в то же время встреча со звездами телеэкрана. Слушатели стали участниками ток-шоу на федеральном канале и смогли увидеть телевизионную кухню большего масштаба. Для них это погружение в настоящую медиасферу, вовнутрь производства. А для нас это такой бальзам на душу, что мы действительно готовим настоящих выпускников, которые точно могут после наших курсов понимать, насколько им важно и нужно сориентироваться именно по профориентации на нашу телевизионную профессию. У этих ребят двухмесячный курс «Путеводитель по медиаиндустрии» уже позади. Сегодня они получают сертификаты об его окончании. Теперь они с уверенностью могут выбрать будущую профессию, поступать в профильные старшие классы и вузы. Луиза Эгиазарян, Ирина Иванова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.